Всем привет, ребята. Так, ну что, сегодня у нас третий выпуск, день третий. Продолжаем мучить ширпокейсы, то есть смотрим, что выпадет. То есть сегодня также закинул на баланс денежку, но сегодня не получилось закинуть 250 рублей. Хотел пополнить карту, банкомат накрылся, сломался, поэтому все, что было на карте, закинул. То есть там что-то 234 рубля получилось. Ну, плюс промик на 40%, вот такая сумма. Есть у нас колесо на бесплатное вращение. Как вы помните, вчера у меня выпал бонус там на 2500. Я думал, вот, может, все-таки закинуть пятерку, активировать этот бонус. Потом думаю, не. Ну, не стал, короче, я закидывать. Не стал закидывать я пятерку, чтобы этот бонус активировать. Сейчас крутанем колесо, посмотрим, в принципе, что там может вообще выпасть. Фри кейс, охренеть. И что там? Фри кейс до 99 рублей. Ну, давай посмотрим, получим. До 99 рублей фри кейс. Вот этот такой, давай. Какой тут самый? Ну, случайно засекреченное. А, ну, тут один, по-моему, не случайно засекреченное, ее спорт. Ну, давай, в принципе, с тебя мне неплохо падало. Давай посмотрим, там что упадет. Что упадет на этот раз. Так, там видео записывается, нет? Блять, вроде записывается, хер его знает. Дробаш на 47 рублей, да? Ну, в принципе, потянет там, да. Ну и что, начинаем мучить ширпокейсы. Что у нас сегодня с них падает? То есть также вчера что-то по 4, это долго, там видео прям так затянулось. Будем по 5 открывать. Вроде вот сейчас тут видно, там все в окно влазит. Будем открывать по 5 кейсов и смотреть, что падает. Ну, как бы ничего новенького, да, то есть сами видите. Все то же самое, ничего необычного, удивляться нечему. Все предсказуемо, все ожидаемо. Ну, в принципе, всего лишь день третий, впереди еще 27 дней открытий. 27 дней будем открывать это все, смотреть. Так, выпал ночные операции. Ну, пока мы ночные операции продавать не будем. Вон там контракт, апгрейд, еще что-то. Ну, стандартно будем смотреть, что падает. Ну, давай вот дальше. Хрен. Не дотягивает, не хотит. Не хотит. А здесь что, песчаное напыление какая-то, да, и отдыхай ты, песчаное напыление. Ну что, протянешь дальше? Ну вот давай, вот. Опять мучает, блять. Так, ну-ка, если вот так мы сделаем, о, нормально. 19 тоже ни о чем. Давай-ка мы сейчас быстренько бахнем. 7 рублей тоже ни о чем. Еще тоже фигня. Еще 70 рублей. Так, что-то здесь. Так, этот мы продаем. Этот продаем. Вот этот продаем. И этот продаем. Этот пока оставляем. Давай теперь обычненько. Контракты посмотрим. Ой, не контракты, а апгрейды. Там зайдет, что не зайдет. Ага. Оп, давай еще. Или продать их там, чтобы еще там покрутить можно было там. Или апгрейды, вот думаешь, что там. Ну, когда такой маленький баланс-то особо выбирать-то не на чем получается. Не с чего. Еще ширпокейс там. Вот давай, тяни дальше. Вот тут прям полоса вообще была бы чудесная, замечательная. Но нет. Ну, чё? Не хочешь, да, до ножей? Вот прям вообще, ну никак не хочет прям он до ножей лететь. А мог бы. Вот тут все, стой. Вот тут стой. Ну, дальше не надо. Не, бесполезно. Бесполезно. Не слушается.
А, ну тут два синих хотя бы выпадет, да? То есть какой-то там рандом. 70 рублей. Так, это продать, это продать и это продать. А, ну тут ночные операции. Качеством, что ли, отличаются? Что у них такая разница вот в стоимости? Но. Не дотягивает. Вот стой, все, стой, стой. Нет, не здесь, надо раньше было останавливаться. Апгрейды. Апгрейды или... А хрен его знает. Еще какой-то юспик. То есть одни юспики, то есть прям какой-то не ширпа кейса, юспа кейс прям какой-то получается вообще. Ну вот еще тут на три открытия есть на балансе. Посмотрим, что три открытия дает. Но ножи не дает, это и точно. Ножи не дает. И синева да серость. 58 рублей. 5 юспик, да, то есть. Так, давай. Продать, продать, продать и продать. Ну, давай еще. То есть, кроме USP, там что-то вообще ты даешь приличное. То есть, вчера, по-моему, эти USP падали. Ну, или что-то там тоже. Какие-то постоянно одни и те же падали. Продать. Ну, тут, по крайней мере, он как бы окупает крутилку. Но особо-то... Но особо тут радоваться нечему. Ну, африканская сетка. Хрень. Так, там есть... Чутка есть. Давай в апгрейды залетим. Чё мы тут можем проапгрейдить? Это то, что выпало. Ну, то есть, как бы... Давай начнем с этого. И... стоимостью, ну, за сотку там, да, за сотку. А, короче, пусть будет когти с 30% шансом будем апгрейдить. Это мимо. Давай еще раз пробуем вот это. Давай дальше. 38,3 шансы повышаем. 38,3. О, нормас, нормас прям очень. Еще. Так, одна зашла. То, что ты зашла. Так, давай контракты попробуем. Тут зашла уже. Второй раз уже стопудово не даст, поэтому 2, 3. Не знаю, вот эту закинуть, нет. Чё там? Или не закинуть? Да, похрена. Четыре предмета, давай. А, ну понятно, то есть тут... Тут, чтобы, в принципе, из-за этого, вот, скорее всего, и не дает. Там надо будет какие-то условия выполнять. Что-нибудь на баланс закинуть, еще там что-то сделать, надо будет посмотреть. И чё? Ручной тормоз. Сколько я на 120 закинул, да, то есть ручной тормоз. Ну, окей. Так, а что тебе надо-то? Что ты тут пишешь мне? Доступен принимаем пополнение на 71,99. Пополнение считается, то есть на 72 рубля надо пополнить, чтобы что-то нам выбить отсюда. Ну, давай еще. Ширпокейс. Пятерка. То есть всякий, по сути, вот так вот шлак там и идет, сыпется. Продаем, давай крутим. Всякий шлак.
Давай дальше, тянись. Чё ты стесняешься-то? Как не родной, как будто. Ну опять юспик там, да? 59. В общей сложности. Не, ну так-то он по сути окупает там, да? Но. Не сильно окупает. О, сейчас опять юспик и африканская сетка. 47 там, да? Ну, то есть по чуть-чуть такой дает. Вообще самый дешманский нож, давай, мне как бы пофигу. То есть у меня нету цели самый дорогой выбить. То есть можно, в принципе, и самый дешманский ножик. То есть я как бы не огорчусь. Не расстроюсь вообще там, да? Я думаю, никто бы, наверное, не расстроился, если бы он с кейса за 6 рублей вытащил нож. Тут, по-моему, самый дешевый. Сейчас сколько тут самый дешевый-то нож стоит? Пару тысяч, наверное. То есть в любом случае бы это окупало 6-рублевый кейс. Ну, с момента эксперимента, получается, у нас я закинул сколько вот, ну, 750 рублей, используя промики там, да, потрачено 40%, 300, ну, где-то порядка 1000 рублей потрачено, ну, вот, то есть 3 дня на постоянной основе, но ни хрена, то есть кроме там такой вот всякой мелочевки беспонтовой. Кто-то, конечно, там смотришь, закидывает там прям десятками тысяч, там огромные вообще суммы вливает и пролетает, и пролетает. Вот. Ну, у меня нету желания огромные суммы вливать, да и огромных сумм нету. Просто за огромные суммы проще купить, чем пытаться там что-то выбить, потому что казино — это, понятное дело, такое, рулетка, она всегда на стороне создатели, а не на твоей. Ну, Desert Eagle. Что-то иглы начали падать, да, подпадывать так потихоньку. По чуть-чуть игл падает. Ну, давай. Оп, оп. Хрен там тебе, да. Давай еще разок. Сейчас он, короче, бреванет, еще на раз откроем. И дальше либо продать это все, блин, и дальше покрутить. Либо, ну там, что еще есть. Так, что здесь? 39 еще дает там. Он кому-то сетка откуда выпала. Какого-то кейса там. Тут хрен там, да? Оп. 9. Так. Так, а что у меня по. То есть, если продать это все. Как бы так-то ни о чем они эти скины, блин. Давай, короче, все это мы продаем. А это хрен. Ну. То, что нельзя продать, то и не продаем. Изик. Так, давай мы разок 10 крутанем. Может, разок, может, два. Если сейчас окупит с этого раза, еще разок крутанем. Вот эта полоса, останавливайся, и все. И все. Так, ну. Не, давай быстро откроем разок. На 85. Ну, что тут интересного? Да ни хрена, USP там ничего там интересного нет. Но баланс, по сути, сколько закинул, столько я на баланс вернул сейчас, да, вот 78, то есть 284, если учесть. Ну, а я закинул 234, то есть на полтинник свои деньги я купил там, да. Ну, тут до этого-то не дотянет. О, ни хрена себе, что тут насыпала африканская сетка, ночные операции, еще это. Да, а, надо было продать. Ладно, потом продадим, запомним, что это есть. Ну, хрен тебе, да? Хрен. Так и говорит, то есть хрен.
Ага. Оп, 17. Так, давай быстро. Ни хрена, давай 10 быстро. Тридцатка тоже. Еще раз. Давай. 49. Давай обычно. Ширпа кейс. Ну, тут USP, тут что? 97. Ну, в принципе, 97 это окупает. 97 это окупает. То есть... снова купил, но без ножа. Ножик. Мантры читаем, там заклинания читаем. Еще 94. Давай. Ну, видос. Слушай, сайт, ты мне видос это не затягивай. Давай либо нож, либо уже сливай меня в ноль. Че ты? Сейчас опять получится, блин, это на 20 или на 30 минут. И это шипр кейсы, которые там на 200 рублей закинуто. Все, вот здесь стой. Не здесь. Надо раньше было. 69. Так, давай открыть быстро. 19. Ни о чем. 57. Еле-еле. Чутка. 66. Вот тут опять я купил. Ну, 70, то есть тоже. Давай. 67, то есть окупил. Так, вот сейчас 237. И у меня, получается, еще есть, по-моему, вот для продажи вот эта фигня доступная. Ну-ка, давай. Продать все. То есть 158. Окей, то, что продалось. 345. 345 рублей. Сколько думаешь, может... Ну их нахер, эти ширпокейсы. Может, что-нибудь другое там. Фарм кейсы. А, ну фарм там, по-моему, по этих по 10 надо открывать, да? Давай, ширпики. Ай, ёптать, не сюда. Наши сборки. Давай по 10. Погнали. Сайт прям дрочит, да? Нет, и не дает, и ничего. И не отпускать не хочет. Давай еще. Давай нож уже, что ты жмешься? Не хочешь там, да? Давай. 75. Так, а можешь попробовать тогда в апгрейды залететь и что-нибудь использовать баланс. И мы рублей. Давай за 350 что-нибудь попробуем такое рублей. Рублей за 350. Блять, свернул экран, ни хера не вижу. Может, удастся мне там. А чё? Ну, использовать балансы и... А, надо, наверное, сперва предмет выбрать, потом, да. Элитная. Короче, есть калаш такой. Есть калыма. Ну, смотри, шанс 68,8. То есть, либо мы сейчас его просто крафтим, и я его вывожу, и потом будем разыгрывать его там. Ну, погоняю там, попользуюсь. И либо залупа на воротник. Ну, залупа на воротник. А, я что, еще не полностью бабки слил, что ли? А как? Сейчас, сука, 15 рублей осталось откуда-то. Что за херня, блядь? Еще пару кейсов открыть можно. А чё я, ну, блядь, тут 15 рублей бы там эти докинул бы и, глядишь бы, и скрафтил, шанс там был бы, да, то есть нормальный. Ну, а сейчас вот на нос тебе воротник. Колыма. То есть просто интересно, на 30 залетает, на 68, то есть практически 70% не залетает. Классный такой ролл. Ну все, как бы деньги слиты, деньги спущены. В принципе, при желании, то есть можно было и окупиться, то есть вы сами видели, да, то есть вовремя остановиться, то есть в принципе можно было и скины там забрать, и баланс там окупить свой. То есть можно, в принципе, это все делать, можно. Но цель здесь другая. Цель все-таки постараться выбить хотя бы какой-то самый дешевый нож с этого кейса. Вот. На сегодня все. Увидимся с вами завтра. Услышимся с вами завтра. Вступайте в группу,
подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах. Все, всем пока, до новых встреч.